Летнему отдыху детей и взрослых благоприятствует жара, по-настоящему летняя погода. Июнь в Твери завершился жарой, столбики термометров показывали выше 30 градусов Цельсия. Эта тенденция продолжилась и в начале июля. Что ждать на этой неделе жителям Тверского региона, узнала Анастасия Новичкова. По предварительным прогнозам синоптиков, начало июля будет жарким. Что же касается этой недели, то жителей Тверской области ждет небольшой температурный спад. А также циклон местами с ливневыми дождями, грозами и усилением ветра до 18 метров в секунду. Такая жаркая погода немножко спадет. Температура понизится, и завтра мы ожидаем, это среда-четверг, она будет в пределах где-то 24-29 градусов, может быть, где-то в восточных районах. Также все-таки будет достигать там 30 градусов, но опять же не выше. Но несмотря на небольшой спад, температура что в дневные, что в ночные часы остается достаточно высокой. Но специалисты утверждают, что погодные условия на сегодняшний день лишь немного превышают норму среднесуточной температуры, поскольку июль всегда был самым жарким месяцем лета. Если говорить о грядущих выходных, то столбики термометров покажут около 28 градусов Цельсия в дневные часы и около 17 градусов Цельсия в ночные. Будет облачно, с прояснениями, возможны небольшие дожди. В месяц с выходом антициклона, когда опять вернется сухая и малооблачная погода, то температура начнет прогреваться днем до 30 градусов. Также атмосферное давление в выходные дни составит 753 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха до 80%. Ветер преимущественно юго-западных направлений. Тверской гидрометцентр предупреждает о сохранении высокой пожарной опасности в Балаговском районе и желтой зоны погодной опасности в некоторых районах Тверской области.